Сабантуй – это праздник плуга. Тюркские народы отмечали завершение посевной, желая друг другу хорошего урожая. В этом году он отмечался в Шумихе. Сюда прибыли гости со всего Зауралья, а также представители Республики Татарстан. Последние привезли зауральцам огромное количество подарков, главным из которых стал микроавтобус для Зауральского конгресса татар. Слова поздравления от губернатора Курганской области произнес его заместитель Сергей Чебыкин. Вы знаете, кто как работает, тот так и отдыхает. А работать у нас в Курганской области и умеют. И поэтому, вот когда после таких вот хороших напряженных рабочих дней там, в сельском хозяйстве, люди все вместе собираются, делятся своими успехами, показывают друг другу свою культуру. Это очень важно, очень интересно. О том, что зауральцы умеют отдыхать, показывала и насыщенность программы. Здесь были как традиционные татарские спортивные игры, борьба куреш, так и современный силовой экстрим. Соревнования стронгменов вел 4-кратный чемпион России, неоднократный рекордсмен книги Гиннесса Эльбрус Нигматуллин. Они все пришли из разных видов спорта, да, кто-то из гиревого спорта, кто-то из борьбы, кто-то штангу поднимал. Но здесь нужна комплексная сила. Здесь одних только знаний тяжелоатлетических, например, маловато. Здесь нужен еще смекалка, опыт. Культура каждого народа, проживающего в Зауралье, была представлена в полном объеме. Народные башкирские песни, татарские лакомства, а представители Центра народной русской культуры ЛАД показали всем традиционные шадринские костюмы. Это общий русский костюм, но в этом костюме есть свои особенности. В женском костюме, это в нашем шадринском женском костюме, это запон-фартук. Сейчас мы вам это покажем. А в мужском костюме это портянки, вышитые, которые носились поверх сапога. Бузур праздник Сабантуй Халыкыр Нарберге и Саксалыберге Дусала Пешере Керек. Борис Лайкин, Александр Менщиков, Кирилл Филимонов, информационное агентство Курган.ру.